Привет, друзья и гости. С вами Серега, и вы на канале Ветка Хантер. Сегодня у нас предстоит охота на лося. Трое нас сегодня. В количестве мы трех человек. Я Саня, отец у него. Значит, объезжаю сейчас на снегоходе. Мужиков оставил 2 километра в стороне на просеке. Объезжаю угодья. Смотрю на предмет вхождения зверя. Входных следов. Ищем входные следы, и уже после этого будем решать, что делать. Цепляю здесь небольшую часть путика с капканами на куницу. Ехал сюда, видел, куничка одна висит в капкане и стал останавливаться. Сейчас на обратном пути сниму, покажу. Погодка сегодня бодрит, хорошая. Как-то вот так вот, в общем. Мужики охотятся, у нас лицензия горит. Они каждый день практически бывают в лесу. В этом году, наверное, очень много было шансов взять зверя, но все, что-то идет не так. 2 дня охоты осталось, сегодня у нас 29 декабря, ну еще 30-31. Ищем, зверь есть, собака травмирована, да, уже снега очень много, уже без снегохода в лесу, смотрите вон, сколько снега. Без снегохода в лесу уже просто нечего делать. Далеко не уйдешь. Сейчас такое время, то что и на лыжах не очень хорошо идти. Провалишься практически до земли. И без лыж тоже плохо. Спасает буранка. Буранка спасает нас. Ездим. Ладно, сейчас я камеру поставлю на голову. Поеду, буду снимать куничку, включусь, покажу. На весь круг мы пойдем с Олегом, наверное, уже после Нового года. Проверять весь круг. Ладно, смотрите. Снимать куничку. Идем снимать куничку. Да, висит. Попалась кошечка небольшая. Небольшая кошка попалась. Совсем недавно она пришла. До снегопада заскочила передней лапкой. Все, уже она окочурилась. Вот так. Радует. Восьмая куничка. Капканчик сработал очень хорошо. Не могу даже ее раскачать тут. Палочкой надо будет. Вот так. Ух ты, с другого капкана выпал. Ладно, сейчас поправим. Шурик возвращается с загона. Ни хера сюда нету лосей. Объехали уже прилично. Не включаюсь, ничего интересного нет. Выехали на дорогу. Лес рубили, здесь вывозят. Ну чё, Шурик, нихуя? Что нихуя.
видите, уже очень тяжело полез. Да, тяжело уже ходить-то, да? Это куда волок-то выходит? На просеку. На какую? На ту, по которой я зашел. А, понял. Столько вот ребят снегу по делянке. Почти выше колена. Сейчас я поеду на снегоходе по этому пухляку. Буран ведет себя неплохо. По снегу прет. Капканчик еще стоит у меня, надо посмотреть. Видел, что ничего нет, но поближе подойду. Вырубка здоровая. По осени в этой вырубке часто лосей видали. Сейчас что-то нет. В этом году лось уходит и долго не возвращается. Соседний участок мужики не охотятся. С той стороны участок тоже что-то неактивно. Поэтому зверя не пугает, не бегает нифига. Конечно, возможностей в этом году стрельнуть зверя было более чем предостаточно. Но не прет. Дойду до капкана. Снегу, ребята, появится, бля. Совсем недавно было намного меньше. Вот последний снегопад такой серьезный прошел. Капканчик стоит. Пол репчика висит, не тронута. Эх, в лесу хорошо как. Как здорово в лесу. Ну что, Бурка, поехали. Поработаем малость. Наверное, малость-то не получится. На всю катушку. Вижу, далеко висит хорошая вроде бы особь. Вроде бы висит хорошая особь.
тоже вырубы волока. Вон она где. Запрыгнула. Вот она где запрыгнула. Кыска какая. Ах, какая-то котик. Ой, хороший котик. Да не, не больно, не особо. Может даже и кошка. Попала сегодня, снимаю еще куничку. Такие вот дела. Буду поправлять. Свежий путик, мужики. Попалась двумя коготками. Попалась двумя коготками. Если так-то ничего, нормально, кунечка. Давненько попалась, до снегопада. Приятно видеть в своем капкане добычу издали. Сейчас вот весь круг я все равно себя не проверю, потому что там нужно будет ехать с пилой пропиливаться. Это уже мы с Олегом после праздников. Сегодня охота на лося, поэтому попутно. Попутно проверяю. Так, ребят, ничего у нас сегодня не получается с лосем, не можем найти. Хочу показать, пользуясь случаем, еще слоню ходить. Вот такой у нас здесь сделан. В пеньке сделано отверстие. Углубление. Туда заложена соль. Вот так вот. Осиновый пень. Спилили осину. Проделали отверстие вот таким макаром. Туда заложили соль. Сейчас стою я здесь. Солнца Саня выходит на меня в 600 метрах. А здесь у него проходит по просеке в километре от меня. Следов нет. Ладно, если что-то будет интересно, я включусь. Здорово в лесу находиться. Зимой вообще отлично. Рекомендую всем. Ребята, второй день охоты, вчера лося не нашли, сегодня опять краем путика едем, вон кунечка висит, Шуриком сегодня едем. Поздоровайся с людьми. Здорово, здорово. А какая-то она серенькая, бля. Ну, хорошая куница, блядь, вот эта кошара. Хорошо дома на диване, да? Да, и какой, блядь, справный. Хорош, бля. Смотри-ка, двумя коготками все заскочил, бля. Нормальный ход. Держись, снимай немножко со стороны. Не, не мясом, так шкурами возьмем. Такой средненький. Средних размеров. Да? Уже готов этот. Башка, смотри, как здорово, сразу видно кот. Да. По голове, бля. Держи. Все готово.
Маленькая полена. 2000 рублей. Тут вот это. Любят они такие места-то. Ельнички. Речка рядом. Шелкнуло по пальцу. Да, зубки-то подгнили у кота. Да. Угу. Поди, капкан кусал. Да нет. Старый же. Старый, наверное. Ну ничего, полена одубела. Три дня назад не было, сейчас есть. Нет, до снегопада попал. А? До снегопада попал. Как мы и ходили-то почти, что сейчас следы-то не замело. Там у Олега вроде есть перчатки, да, у меня эти срущие, блин. У Олега перчатки? Туши свет. Туши. Перчатки. Ребят, дошел до капкана, с которого вчера снимал куницу. Снегохода стоял немножко в стороне. Ну что я вам скажу, проверил 50 капканов, 3 куницы попало. Что самое главное хочется вам сказать. Ни на одном из капканов приманка была не съедена. Ни на одном. Позднее пойду проверять ящичные капканы. Увидим, что там будет. Я думаю, там совсем все по-другому будет. Конечно, однако захватов надо уходить. Но тем не менее, капканы работают просто идеально. Можно их не проверять месяц и быть уверенным в том, что приманка останется целой. Стоят морозы, поэтому не проверяли уже, наверное, вот эти капканы недели 3. Все нормально. Без каких-либо проблем. Кунички целые, не поеденные, не подгнившие, ничего. Все отлично. Ладно. Сейчас продолжаем искать лосей. Где-то они тут у нас немножко подзапутали. Сейчас пойдем пешком смотреть. Вот что интересно, включусь.